Мы несем красоту в этот мир и делаем наших девушек гораздо красивее, элегантнее. Марина Давыдова, дизайнер, член Союза дизайнеров Республики Беларусь, Палаты моды Республики Беларусь, участник многих конкурсов, показов в Китае, России, Италии. И так далее. Сегодня выпускной в школе модели Бонтон. Мы дружим уже очень давно. Это стало уже такой хорошей, теплой традицией. Каждый год мы выпускаем вот девушек, которые научились ходить по подиуму, научились хорошим манерам, почувствовали какое-то свое «я», появилась уверенность. Я думаю, что мы и в будущем будем продолжать все это делать, создавать красоту, ведь красота спасет мир. Татьяна Лихачева, заслуженная артистка Республики Беларусь, актриса Национального академического театра имени Якуба Колоса. Я очень много лет уже преподаю этикет и тренинги мастерства актеров в модельной школе Витебска. И вот у нас образовалась такая школа, директором стала Ирина Владимировна Венгер, и это оказалось очень удачной находкой нашей. Она просто замечательный организатор, знающий ко всему человек, не понаслышке, потому что у нее дочь была в модельном бизнесе. В общем, очень-очень много наших выпускников, которыми мы гордимся. Школа эстетического воспитания. Бонтон. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а по какому поводу вы здесь? Ребенка выпускной. Что сегодня проходит? Выпускной. Школа хороших манер. Добрый день. Скажите, пожалуйста, кого вы пришли поддержать? Пришли поддержать свою дочь, Ишкевскую Маргариту. Это сегодня выпускной? Да, сегодня выпускной в школе хороших манер. Поздравляем вас. Возьми за воротник. Вот так. Да. Хорошо. Тебе нужно так взять? Нет, тебе нужно просто расстегнуть. И смотри горячими глазами, даже тебе по грехи. Вот так. В лугу
сияние, снег серебрится вдоль по дороге, троечка мчится, колокольчик звенит, этот звук много мне говорит. Уважаемые родители, дорогие друзья и гости нашего выпускного показа. То, что ценится превыше всего, это ваша уверенность в себе, хорошие манеры, походка, осанка, умение ясно излагать свои мысли, умение носить костюм. Именно поэтому программа обучения и работа профессионального преподавательского состава с многолетним опытом работы школы хороших манер «Бонтон» построена таким образом, чтобы дать знания и навыки, которые непременно пригодятся в жизни современному человеку. Наши ценности – это личность, развитие, образование. Мы не выбираем лучших, мы развиваем индивидуальность каждого. И сегодня мы желаем все вместе с вами, нашим детям, счастливой судьбы. Не останавливаться на достигнутом, расти и развиваться как личность. Мы приступаем к церемонии вручения свидетельств. Наш пятый учебный год в школе хороших манер «Бонтон». И мы очень довольны результатом. Сегодня было много родителей. Наши ученики показали все свои знания, умения, все то, чему они учились весь учебный год. И дефиле, и этикет, и актерское мастерство, и фотопозирование, и стиль, и макияж. Сегодня мы все прекрасно увидели вот эту слаженную работу и прекрасные результаты наших учеников.